Всім привіт, ви на каналі Тім Бабенко. Ми знімаємо нове відео Top Gun Jiu-Jitsu, з нами Олексій Маркін. І сьогодні, яка наша тема? Сьогодні тема трикутничок. Відміна, робимо трикутники. Хорошо, як завжди, будемо починати з простого. Самий розпространений трикутник – це з позиції гард. Позиція закритий гард. Я люблю робити трикутник, коли забираю одну руку андерхуком. Забрал руку андерхуком, прижал к себе, после этого открываю гард и начинаю вторую руку натягивать своей ногой. Это делается для того, чтобы в один из моментов перебросить ногу сверху и закрыть треугольник. Да? Можно его закрыть как сразу, так и начать с подготовки, когда у нас такой ромбик, ловушка образовалась. После этого мы открываем эту ловушку и заменяем ногу рукой для того, чтобы перезакрыть треугольник. Взяли себя за голень, развернулись. И причем, видите, я развернулся тазом. Я был здесь, открываю, упираюсь в бедро и разворачиваюсь чуть тазом. Перезакрываю треугольник, после этого стою на мостик, перекидываю руку, подкручиваюсь. Треугольник закрыт, уплотнил, задушу. Потом треугольник из позиции маунта тоже достаточно распространен. Вариантов исполнения есть много. Вот мы сегодня рассмотрим такой вариант, да, когда мы забрали руку партнера и успели здесь перешагнуть. Заблокировал руку, здесь под руку натягиваю и разворачиваю своим корпусом, чтобы оказаться в этой позиции, да, когда у него одна рука внутри, одна рука снаружи. После этого продолжаю эту руку натягивать на себя, зашагиваю, разворачиваюсь, треугольник закрыт. Отсюда можно как фишировать как треугольник, так и рычаг локтя. Еще один вариант, но он уже такой более продвинутый и ситуативный, когда мы позиции колено на животе, neon belly, и когда партнер поворачивается на нас, бывает такое, да, он начинает становится на руку, вернее на локоть и разворачивается на нас. В этот момент мы можем, тоже приходит андерхук, блокируем руку и впрыгиваем тоже сюда на треугольник. Вот, но это вариант такой уже, более вариативный, и не у всех как бы оппонентов такая реакция, но как вариант, тоже его можно рассмотреть. И еще один треугольник из позиции сайд-контроля. Называется обратный треугольник. Когда мы находимся в сайд-контроле плотном, начинаем контролировать руку. Делаем высед, чтобы у нас нога зашла чуть-чуть под плечо. И перебрасываем ногу сверху. Сразу формируем треугольник. Закрываем и финишируем. Дякую, що дивилися відео до кінця. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал Тім Бабенко і приходьте до Top Gun Jiu-Jitsu School, щоб навчитися душити людей, як Хабіб. Трикутничками. Так, трикутниками. Дякую і до зустрічі.